Хочу привітати усіх українських цієї конференції. Я дуже задоволений взагалі, що конференція зібралася в місті Одеса. Ну, може, і в місті Львів, який мені дуже подобається. Мені дуже задоволений, що ми зібрали цю конференцію. І Одеса має цей величезний потенціал. І треба підкреслити, що це тільки початок розвитку цього потенціалу. І ми будемо розвивати і працювати над цим разом з вами. Спільними зусиллями. Я хочу сказати, во-первых, о потенціалі Одеси, це о том, які у нас плани по Україні. Во-первых, когда я ехал в Одессу, многие говорили, в том числе в Киеве, а Одесса – это центр коррупции, Одесса – это люди, где вообще не могут жить по законам, вообще, куда ты едешь, вообще, ну, все такая ухмылка. На самом деле, в Одессе живут самые предприимчивые люди из тех, которых я когда-либо видел. И люди, которые предприимчивы, они хотели бы иметь предсказуемую бизнес-атмосферу, и они бы хотели иметь верховенство закона, они бы хотели бы иметь четкие правила. Они терпеть не могут коррупцию, они терпеть не могут вымогательство, они бы хотели работать честно. Это мой первый вывод, который сделал за это время. Что мы сделали? Мы через несколько дней совместно с мэрией Одессы открываем центр административных услуг, и это будет самый быстрый сервис Украины. С миру по ниточке мы собирали эти функции у разных министерств, и у нас будет самое быстрое оформление предприятий, у нас самая быстрая выдача выписок, самая быстрая транзакция. Мы будем 60 услуг предоставлять, совершенно новый офис, мы тренируем их уже 2 месяца последних. И со временем, с января, надеюсь, у нас будет 260 офисов, мы дигитализируем все реестры Украины. И та неразбериха, которая существует с землями, та неразбериха, которая существует с разными там нормами, все будет в одном пространстве. Мы делаем первый такой офис в Одессе, как я сказал, потому что было хорошее сотрудничество с местными властями, но уже Луцк, Львов, Киев хотят то же самое сделать, и на Одессе мы еще должны несколько таких пунктов открыть, несколько таких офисов. Это настоящий прорыв. Второе, я вчера еще раз имел несколько часов беседы с руководителем ДФС. Мы обсуждали это с министром финансов. Мы будем Одессе делать электронную таможню. То есть каждый контейнер будет проходить за 15 минут. И каждый контейнер и будет осматриваться углубленно не больше 5% контейнеров. И то, естественно, все решения будут приниматься компьютерной программой. Там таможенников вообще не будет. Правоохранителей других вообще не будет. Это будет единственное единое пространство. Мы уже приступаем вместе с Министерством инфраструктуры, с портами к их строительству. И когда они построятся, мы сможем провозить грузы в разы быстрее. Это действительно прорыв. Первая такая электронная таможня будет у нас в Одессе, в морском порту, торговом порту Одессы, надеемся, также в Ильичевске и в порту Южном. А потом уверен, что такая же система будет во всех пунктах пропуска Украины. Мы это берем, копируем грузинскую модель, а грузинская таможня, согласно IFC, самая быстрая в мире. Я не вижу причины, почему украинская таможня не может быть самой быстрой или как-то позже быстрой. Просто надо иметь политическую волю. Эта воля здесь у нас есть. И эту волю мы вырабатываем вместе с, естественно, это компетенция центральной власти разными методами, но мы выбиваем у них тоже эту волю. Я не могу похвалиться тем, что сейчас происходит на таможне, но именно для того, что ситуация сложная, мы будем это менять. Второе, мы представили парламент Рады Украины, вернее, на Национальную Раду реформ раздали, и, надеюсь, в ближайшие это недели представим окончательно парламент Украины, пакет, одесский пакет реформ. Что такое, знаете, что-то описано в этом пакете? Ну, административные услуги, я уже вам рассказал, с секретариальными функциями, то есть ты можешь обратиться в этот административный орган в любом месте в Украине. Кстати, Министерство юстиции уже поменяло какие-то вещи, многие вещи уже происходят на онлайне. Все объекты приватизации будут продаваться в Одессе, уже так происходит, с 1 октября на электронном аукционе. И в этом законе так есть, что все объекты приватизации на электронном аукционе имеют полный приоритет приватизации над арендой, потому что сейчас что происходит? Какая комбинация? То есть что-то входит в аренду, потом особенно мало приватизации, потом приватизация идет по только к арендатору, земля потом приватизируется под этот дом, и много разных махинаций. Будет идти вместе с землей,
И мы записываем Одесский проект, что 80% державной власти, собственности должно быть приватизировано. По строительству. Есть горсоветы. Горсоветы люди выбираются для того, чтобы утверждали конкретный проект, для того, чтобы утверждать генпланы. Там тебе напишут на делянке, на всей твоей земле, допустим, нарисуют тебе стадион. И потом ты должен у храма упрашивать, и, естественно, за определенные деньги этот стадион оттуда убрать. Или там тебе говорят, ладно, я тебе разрешаю там строить большой шопинг-молл. Но это же мое решение. Что мне со мной это будет? Люди выбираются в горсоветы и сельсоветы для того, чтобы брать взятки. Как это поменять? Все земли сельсоветы должны аукционировать электронно. Также мы предлагаем скасование дозволу до выкорыстания воды до 20 квадратных метров, то есть для подключения. Подключение к коммуникациям должно было быть по заявлению. И остальное – это административный орган. А в Украине это очень сложный процесс. Мы доканчиваем и приняли это решение вместе с мэрией и инвестором строительство нового терминала Одесского аэропорта. Мы начали ремонтирование, восстанавливание дороги Одесса-Риги. Мы предлагаем отменить государственную регистрацию иностранных инвестиций. Полный абсурд, который сейчас есть. Мы, естественно, мы отменяем 500 тысяч гривен – это каждодневная оплата на алкоголь, на производство алкоголя. Полный абсурд. В Одесской области несколько десятков тысяч, как минимум, винных хозяйств, из них только 4 или 5 имеют лицензию торговать вином. Все остальные торгуют из-под полы, 21 веком. Все об этом знают, но никто ничего об этом до сих пор не делал. Почему в свое время Гулеев пролоббировал, чтобы столько всего вина давали ему? И вот это бессмертное лоббирование, коррумпированное вот этого конкретного компании перешел сейчас к тому, что полностью убили винную отрасль Украины. Трудовые отношения. Все отношения должны быть контрактными. И это касается не только частных, но это касается государственных секторов. Мы крайне упрощаем увольнение долговых чиновников. Но это то же самое должно касаться частного сектора. Я в этом глубоко уверен. Сейчас мы спорим, есть ли потенциал в Украине туризма. Это сногсшибательный, сумасшедший потенциал туризма. Но для этого и в Одессе, когда мы говорим, что, какая потенциал Одессы. Одесса – это хаб. И если все говорят, что Украину вытащит традиционно Восток, шахтами, там, большой индустрией, конечно, индустрия, она современная, она очень важна на Востоке. Но 21 веке приобретает главное значение – логистика, транспорт, туризм, бренды, вообще бренды. Одесса – самый сногсшибательный украинский бренд в мировом масштабе. Уже это стоит очень много. Но для этого нужно дать возможность этот бренд развиваться. И то же самое логистика, то же самое транспорт, то же самое туризм. Я уверен, что в Одессе потенциал иностранного туризма минимум 6-7 миллионов туристов в следующие 5-6 лет. Минимум. Я знаю, о чем говорю. В Грузии мы начали 100 тысяч иностранных визитеров и дошли до 6 миллионов за 6 или 7 лет. Или 8 миллионов. Ну, у Одессы не меньше этот потенциал, если не больше, учитывая размеры страны, учитывая географическое местоположение. Я думаю, что больше. И горный бизнес. Обязательно надо развивать. Для меня сейчас мы находимся на последней стадии этого закона. Там главный для меня вопрос, чтобы там было заложено, что если построишь гостиницу там 200, 150 или 200 номеров, там было, то можно получить лицензию бесплатно. Это градообразующий бизнес. Его обязательно надо развивать. Поэтому я уверен, что есть новые и очень захватывающие перспективы для развития. Есть политический консенсус на уровне не только общества, но и большей части политической элиты, что все надо менять. Этот Одесский пакет реформ я представил во многих местах уже. Саша Боровик, наш глава институционного агентства, мой экономический советник, бывший, а сейчас глава агентства, как я сказал, он это представил и в Киеве, и в других местах. Мы практически пока что не встречаем сопротивления. То есть открыто против этого никто не уступает. Это уже такой прогресс. То есть реально Украина находится перед большими изменениями. Мы действительно, для нас открывается новая перспектива. Мы просто не должны сейчас отступить, мы должны провести эти законы, мы должны развиваться. И главное случилось, не стреляют уже несколько недель. Я уверен, что это реально огромная победа украинского народа. Российская боевая, самая опасная в мире сейчас. В течение одного года пыталась прорваться фронты и реально развалить украинское государство.
И благодаря героизму наших солдат ей это не удалось. То есть это последнее такого масштаба, такого размера, такое наступление полностью за последние 100 лет, наверное, ну, по крайней мере, со времени Второй мировой войны. И такое огромное наступление захлебнулось благодаря героизму украинцев. Это открывает такие возможности. Мы еще недооцениваем, что это открывает. Я уверен, что они больше ничего сделать не смогут. И народ выстоял. Сейчас главное, чтобы политики перестроились, и правительство реально начало по полному фронту наступления реформ. Была перезагрузка многих вещей, в том числе на правительственном уровне. И Украина пошла вперед очень быстрыми темпами. Я уверен, что так оно и будет. Спасибо большое.